В этом маршруте мы собрали ключевые локации Горного Алтая. Мы посетим Телецкое озеро, Чуйский тракт, реки Катунь, Бию и Чую, Гейзерное озеро, Чимал. Насладимся видами разноцветного алтайского Марса, прокатимся на пароме. Желающие поучаствуют в сплаве или покатаются на лошадях. Исследуем каменные грибы в урочище Акурум, зарядимся эмоциями на перевале Катуйрык и послушаем увлекательные легенды. Вы отдохнете в горах и ощутите целительную мощь сибирской природы. Проживать будете на базах Горного Алтая в домиках с удобствами. Двух- и трехместное размещение на усмотрение организатора. Есть душ, туалет, раковина. На базе в Чулышмане душ отсутствует. 3 дня заказываем баню. Включены завтраки и ужины, начиная с ужина первого дня и заканчивая завтраком в 7-й день. Обеды оплачиваются самостоятельно, в обеденное время заезжаем в кафе. В местах проживания интернет есть, для сотовой связи операторы Билайн и МТС предпочтительнее. На экскурсиях во время пути связь может теряться. В долине Чулышмана связи не будет 6-9 дней. Возможно участие с детьми от 7 лет. Более подробно о скидках и ценах вы можете узнать, перейдя на сайт. Ссылка на сайт будет в описании.